Я смотрю в это море, как в глаза своей родине. Все ложусь на холодный каменистый обрыв. Продается история, предается история. Но отважный и гордый мой народ будет жив. Я смотрю в это море, как в глаза своим прадедам. Вижу слезы соленые и улыбки в волнах. Приходить больше некуда, мне могил не оставили. Море что-то читает в моих близких глазах. Может быть, будет громко так сказать, что мне приснился Всевышний, но это был какой-то голос за окном, это был свет. И первые строки мне были продиктованы. Я проснулась утром и записала первые строки об учителе. Почему-то вот были: «Учитель мой, я преклоняюсь пред тобою». И запоют когда-то соловьи в садах, посаженных твоей рукою. Когда я иду по улице, на меня этот ветер с гор дует, и я понимаю, что вот это мое место, вот это вот место, где я абсолютное счастье испытываю, абсолютную наполненность и удовлетворение от всего, что происходит. Вот это пространство, это место, это время, это память, которая у меня здесь, из крови моей, вот она есть, как мои гены. Вот это и является наполнением моим, поэтому я и пишу. Надо беречь, надо не предавать, надо оставаться здесь, надо возрождать, продолжать жить, какие бы условия ни были в жизни. Все наши предки, они всей своей жизнью, своим каким-то жертвами, они доказывали, что мы коренной народ этой земли, мы должны здесь жить, мы должны развиваться, мы должны не терять себя прежде всего. Как это мы наше поколение, сейчас можем взять и просто все это перечеркнуть? Вот именно это я хочу сказать, когда пишу. Хара деңіз неден хара, көз яшлардан хararған. Меним дедем ялысында оңа бақып отырған. Неден хара-хара деңіз оңа бақып түшінген. Сен сақ олсаң, саңа келсем, біз түшінердік екеміз. Хара дегіл бақса мавы, якемерде ешіл ола. Тек бізімке олсын, ақыз, түсі олса біле, хара.